По всей стране сегодня начался осенний призыв. В военкомат Октябрьского и Советского районов нашего города уже выстроилась очередь из ребят с повесткой. Сезон отбора в вооруженные силы открыт. Алла Владимировна в военкомате трудится 23 года. В следующем году будет отмечать золотой юбилей своей работы в профессии врач-психиатр. Призывников Алла Владимировна проверяет на эмоциональную устойчивость и уровень интеллекта. Где учишься? Изучал французский язык. Comment t'appelles-tu? Comment vous appelez-vous? Для ивановских призывников одни из самых распространенных заболеваний – психические. Дело в тяжелой социальной обстановке, считает Алла Владимировна. Четверть призывников воспитывают матери-одиночки. Мальчиков берегут и растят буквально в оранжерейных условиях. Как итог, ребята не готовы служить. Отсюда психозы и срывы. То, что было 20 лет назад, 40 лет назад, там почти все шли годные по психическому заболеванию, кроме тех, кто с детства состоял на учете у психиатра и лечился. А сейчас число таких больных увеличивается, и уклоняются, и приписывают себе жалобы, каких нет. Проходят призывники нескольких врачей. Каждый делает в личном деле пометку и выносит свое решение, может ли юноша служить. Любой специалист в мгновение ока определяет, кто хочет уклониться, а кто нет. Ребята идут охотно, когда они понимают, для чего это надо, с какой целью, которые на самом деле уже посвятили себя какой-то деятельности, которые не бездельничают, хорошо учатся. Они идут с удовольствием. Но есть те, которые не желают идти. С ними мы, конечно, проводим работу, объясняем, проводим агитацию. После медкомиссии комиссия призывная. Обязательно присутствует сотрудник МВД. Он рассказывает, есть ли у юноши непогашенные судимости, приводы в полицию и так далее. И сотрудник департамента образования. Самая частая причина отсрочки – учеба в ВУЗе. Товарищ председатель и член комиссии, призывник Ермолаев Константин Дмитриевич, призывному пункту прибыл. Костю службу в армии привлекает. Через несколько месяцев он пойдет учиться в ДОСААФ, чтобы в летний призыв сразу после сдачи ЕГЭ отправиться служить. В армии он будет водителем. Не вижу смысла откашивать от армии, ибо когда я закончу школу, я пойду в университет, и после университета мне будет 23, у меня остается еще 5 призывных лет, и мне все равно придется идти. Я считаю, что лучше сейчас я пойду в армию и отдам свой долг родине, а потом уже пойду учиться дальше. После комиссии в этом районном военкомате ребята, годные к службе, придут в областной военный комиссариат. Там еще одна проверка и распределение по родам войск. Первая партия будущих солдат отправится служить уже 15 октября. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.